Она пи***а. Вероятнее всего. Да не, нам пи***а. Даже без вероятности точно нам пи***а. Без шансов на выживание, абсолютно. Сейчас у меня должен быть физрубик. У меня есть, конечно, стратегия, как можно попытаться переиграть. Но в эту стратегию входит то, что я украду дерево у Тини. А украсть дерево у Тини крайне тяжело. Это прям вообще чуть ли нереально, когда ты в лейте находишься, потому что Тини не нажимает на эту кнопку просто. Он жмет все другие кнопки. 55 урона с руки имеется, глаза сюда, против инвокера сейчас подистоять буду. Еще раз повторяю для тех, кто не слышал, это физрубик намечается прямо сейчас. Кулачный боец. Ну, у меня, правда, гибридный будет боец, но это для начала. Потом будет все получше. А, бля, у меня курьер не туда ушел. По привычке отправил половинку, а там какой-то саундтрек, что ли? Как вот этот. Ё-моё, там фури на аватарке. Фу. Фу. Имеет смысл шевангварда сразу покупать? Ши имеет, имеет, надо, надо. У меня маны нет, дурень. Ноль маны, понимаешь, зира абсолютно. Так, оба, плюс 9 урона сюда. А, блин, урон-то зеленый, а не белый, это плохо. Лучше, конечно, было бы, чтобы он был белый. Мисы крутятся, мисы подкрученные. Два миса из трех. Где мой вангвард? У меня курьер на базу полетел, а не ко мне. Ютуб Курова Shadowban трансу отправил? А я-то думаю, что у меня онлайн такой хуёвый. Торнадо? А нахуй нам не надо? Давай, убивай его. Там не наживаешь. Еще дальше. Ману мне сожжешь. Это все? Я урон не почувствовал, давай заново. Глазиков не найдено. Это реально ИП-шку? Как он хочет, как он пытается пыхтить, старается. Конечно, хитрый, я умен не по годам. Вангвард это must have на Рубика, а на физ Рубика это вообще как бы без него не жить. Как лицом-то торговать? Видишь, там инвокер пытается меня как-то пробить, а у него просто не получается. Это потому что вангвард в инвентаре лежит. Ой, мразота вонючая. Ты гляди, ему просто похуй, он хочет моих крипов задонать всех. Все дальше. Блин, зачем подставился? А, ван вис сошелся. Считай, мы его просто напугали сейчас. Блин, мне ПТ-шка не нужна. Меня пусть просто носок будет. Если уж у меня физ Рубик, то имеет смысл купить параш. Но это потом. Имеет смысл также купить Кай, чтобы с руки наваливать. Там урон тоже будет мое почтение. Ударь меня для профилактики. Хуйту угнал. А в этой сране мана регенится? По-моему, да. Восстановление маны, десяточка. А чё, давай, по регеню ману. Давай, белка. Иди, давай. Это вынуждено. Хлобысь! И нету кларитоса, правда, там пуловое все равно было. Иди-ка нахуй. А, торнадо. О, нихуя себе ты, мать. Во-во-во-во-во, что делает? Блядь! Ах ты мраз, ах ты мраз! Так, ладно, он меня вынуждает, короче, мне просто надо пару нулей купить. Чтобы с маной проблем не было. Хоть. Или сразу Кая купить, или нули Кая. Я просто сколько раз не покупал ПТ-ху Норбена, всегда от нее говно и воняло. Всегда одна и та же история, из-за того, что у меня ПТ-ха, я не могу нормально челиков догнать. Всегда ты желтый сентрики на миду, мне тоже нравится. Все видно, без страха стоишь.
Оу. На пиздец. Я, конечно, плотный, но эту хуету я не переживу. Не, без шансов. Затыкали меня в два ствола. Ладно бы, как мужик один на один на кулаках подрался. Фу. Максимальное неуважение. Подружку позвал. И то еле-еле 700 урона нанес. Ё-моё, да и... Да видно, да-да. Ну, блин, тени быстро двигается. А ну, куда эту хуйню? И то, когда так звучало, как будто это был какой-то отвлекающий маневр. Я в чат почитал, и в эту же секунду меня тени нахуй на гречку накатал. Сказал стример, который подружек на мид зовет. В смысле? Я никогда их не зову. Я как мужик всегда соло стою 1x1. Тут сзади, 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 сзади. Ну давай! А что с попаданиями? О, опять подружку позвал. И чё, это всё? Лобовато. Знаете, хотят два ствола меня потрогать. И долго они так стоять будут? Чел филактерий он сразу покупает. Ну охуеть. Какаточка? Ну дефолтная, ничего нового. Сейчас вроде бы не проебываем, но потом есть вероятность, что начнем жестко насасывать. Как бы у них пик такой, предполагает то, что они нас могут в ЛСР разобать, если мы быстро не закончим. Если ж на руну-то навезет. О, еще одна подружка пришла. Что интересного есть? Опа, это ж Маледикт. Не, погодь, с Маледиктом надо обращаться хорошо. Он пригодится мне. Блядь, что это? Так, это либо варды, либо челгени, я хуй знает. Я проверю на всякий случай. А вот он глазик, свежий. Без меня отпиздят? Ой, какой торнадо. О, номер. До свидания, нахуй. Нус? Скорость атаки какая-то имеется, урон вроде плюс-минус тоже, но это мало, мало, маловато, надо больше, нужно кайфшу покупать. С удовольствием. Как бы кайф из билде, она вполне себе имеет смысл, потому что у меня же урон увеличивается за счет моего аспекта. Бардов нет. Нет, рвала не нужны, зачем? Я их позже куплю. Ага, нихуя у него там. Давай я сделаю ТП, мы его сейчас убьем. Можем эту хуйню убить? Файно. Причем аспект урон с руки, читай. Повышает базовый урон героя на 1%. А? Это... Откуда? Откуда? Блять! Сука, дудки! Блять, он абуз нашел! Ну пиздец! А-а-а! Блять, она как будто бесконечная, почему она не кончается? Так, ты это сейчас зря сделал, да, вообще очень зря. Так, погодь, а у меня урон не увеличился. И мне показалось. Ага, не, увеличился, все хорошо. Вон зеленый урон увеличился, только что прям при мне увеличился. Интересно. Сейчас я что, бомбрейс переключу на интеллект? Нам надо идти кушать, чем мы бегаем, фармим-то, я не понимаю. Пойло не понял. Нам пиздец. А, не, нормально, нормально, нормально. Ну, 170 урона с руки имеется, но это все равно мало, недостаточно, чтобы нормально с руки наваливать. Будет интересно. Какая-то ёбка намечается. О, ветка! На единичку вкачанная, ебать, спасибо. Тебе понравилось? Не очень. А, это врожденка, ёпта, не, а не аспект. Ну да, я попутал.
Извиняюсь. Ну, крипов нету. А что там за мясо? Ой, а она выживет на белке вообще? Второй, дай второй, второй, дай. А ты бы на мужика пошел, попиздили бы. Мой трек играл? Да, играл. Я его включал. Я его включал вручную. Так, стоп, меня запалили. Надо под вышку отходить, пока не помер. Снизу разъеб какой-то. Нужно, чтобы ворвался на баре. Мы по красоте, мы поебышко настукаем. Но все чего-то ждут, когда кто-то нападет, судя по всему. Ну, дождемся когда-нибудь. А ты лотар не хочешь? А, вон там, когда? Ну, походу, все, поговорили. Блять, ну это пиздец какой-то. Ну, мужик, ну какого хуя, что за махача такие странные? Потеряли бара только что? Ну, бара сам дурачок, лотар не нажал. Может, кайф Сашу сделал? И нокера так много на кулаках я смогу сейчас отпиздить. Но вероятнее всего ему на подмогу какая-нибудь придет. Давай, у меня просвета есть. Давай, делай, 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 делаю, 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 делаю! Ебать, куню! Кулачками отпиздил. Да-да, это я. Ой, ой-ой. Там кто-то в кустах был. Ой, бля. Очень опасно. Бля, они уже сильные, они расплодились. Дядя, не надо. Нет! Не смей! Нет! При помощи. Страшно очень, пиздец. Ебать, а что делать-то? Далековато. Ты ж просвета есть? А, ебать. А ты на... Подожди, он бежит без просветов? Рили? Ну ты дурной какой-то, конечно. На развороте можем? У меня все есть. А там поел. Дел дрянь. Пиздец, отталова. Ага. Да ёбаный в рот! Не, ну я так не согласен драться, меня в три ствола отмудохали. Наличие телепортов и отсутствие лича в драке. Вот это имел в виду. А, ну когда у вас драка началась, смотри, я был на фонтане, резался после драки внизу. Вы, блядь, как-то это, видимо, это проебали, да? Этот момент, да? Тактично не проебали заметили. Не увидели, да? И нужно как снайперу позиционку держать в ебеня. О. В принципе, да. Что, что происходит? Я тебе предъявляю, он. Тебе объясняю, пошел. Я не видел. Это твои проблемы. Вот он и объяснил. Страшно, очень страшно. Там кто-то в кустах был. Вот тут. Или это уже шиза. А, ты, блядь! Я же удалял эту залупу, почему она меня стукает? Тяжело. О.
Блин, вот это столько пизжи так-то, чем все остальное. Это надо брать. Не вода. Это интересно. И беги. Не-не-не-не. Тут ВД. Вот тут ВД. Интересно. Я на него разгон. Клип не видел, но музыку-то понятно, что слышал, лишь. Как бы продиджи. Хер не побегать. Блядь, да я хожу, хожу. Значит, нету. Есть там что-то, блядь. Радостный сидишь, да пиздец, радости полные штаны. Нет. Сука, с хуя его как не видно. Нету. Мне как-то предлагали сделать такую же прическу, как у солиста Продиджи. Ну, кто понял, тот понял, что там за прическа. Пойди, пожалуйста. Ну, так до этого и не дошло по итогу. Бля, пацаны, цука прям гонится. Он с ультой? Отлично. Он полностью заряженный. Просто чтобы он развалился, я чайник туда кинул. Бегу. Ну, расхатили лоха, окей. А с пейлом также сможем провернуть? Евангелион — это классика рока моего детства. Как Евангелион и рок связан вообще? Евангелион — это же какая-то шизоидная хуйня. Я посмотрел первый сезон Евангелиона, я нихуя не понял вообще абсолютно. Блин, это что такое, нахуй? Че, блядь, тварь? Зашел тут лаг, да? Что-то как-то... А с кулака-то нормально накидывается, да гляди, двоих отпиздил. Вот дебил. Блять, третьего не вывезу уже. Го-го-го-го, все втроем, го-го-го. А куда? Я боюсь! Страшно, очень страшно. Евангелион Продиджи? Так Продиджи и Евангелион же никак не связаны. Это ж не официальный клип, это ж стопудово просто нарезка какая-то. Далеко опять. Я тоже думаю, что с шардом будет охуенно работать. Я сейчас следующим после ботинка шард куплю. Блять, хуй-то напала. Ой-ой-ой, долбит, долбит. Хрущ. На нахуй. Критули под 500. А что-то как-то слабо бьет на ЦК. Вообще не пробил. Почему он просто в глимере был уже? У тебя есть этот ВГ. Меня он убивает с двух ударов. Не, развертился. Так, шарт нужен. Ну это далеко, это далеко. Надо домик ломать. Я туда не пойду. Блин, бычить очень далеко. Вот таких ножках пока добегу, это пиздец. То самое аниме Евангелион старое, так я знаю, что это то старое аниме. А как связано аниме Евангелион и Продиджи? Это же, ну, просто нарезка. Пошло добро. А, ты меня бьешь, или дурной нахуй? Пошел нахуй от меня. Ты ебался еще на меня поел. Так, шардец я купил же, да? Да, отлично. Бля, я не верю, что на просторах интернета нету этого звука с лицом ББ. Не-не-не-не-не-не-не! Я куда поставил вард вообще? Не, без агана вард очень хуёво работает. Я бы всех ёбнул, думаю, если бы у меня было бы нормально все.
Но мы не имеем ничего против стариков. Просто я пытался найти взаимосвязь какую-то Евангелиона и Продиджи. Съешь, Лотос, съешь. Лотос, съешь. Лотос в ходу лежит. Да подожди ты! Так, я шар купил. Ищи логику в этом клипе. Ну ладно. Да и вообще 35 лет, это уже вот, знаешь, мне 26, скоро 27. Я уже не особо ощущаю разницу между 35-летними и 27-летними. Чем старше становишься, чем меньше вот этот диапазон ощущается. Блин, ну ЦК ебёт уже, это неприятная хуйня. Мне, чтобы его убивать, нужно воровать вард. И нужен аганим, тогда все будет отлично. Ой, какая пачка вкусная сверху. Это он за тобой гонится или чего? Или он убегает? Потому что не хочешь думать, что старпер уже ты? Да я понимаю, что я уже старпер. Я понимаю, что уже скоро 30-ка стукнет. Нормально, нормально. Глядишь, скоро еще какой-нибудь этот навалится. Кризис возраста. Знаешь, что же там тебе 30 лет, а ты нихуя не добился. О, каска. А я ворую аспект или не ворую? Я, кстати, на недавнем стриме ББ присутствовал. И что-то после шокового выпадения волос, он похож на того самого челика, который никак не может признать то, что он лысый. У него вот здесь вот как будто, ну вот, поплювали немножко волосяками, и все, там нихуя нету. Там настолько редкие волосики, что это просто пиздец. Когда сверху свет светит, как будто волос вообще нету. У меня есть в чате, кто делал операцию по пересадке волос? Это так должно быть или нет? Блин, каска хуйня. Не получится бахать. Аган надо. Полюбасу. Без него тяжело будет. А, разгон. Я скоро 25 уже, так-то нихуя. Крадется с аспектом, но это пиздато тогда. Если у челика аспект на 2 варда... А, у него... Вот, поймать, у него на каску аспект. Хуйни какой-то надавали по итогу, значит. Сейчас там каска будет отскакивать. Давай, отскоки, отскоки пошли, отскоки. Ебать, их там запускают. Че, ли че? Это не настоящее, это все копия. А, аспекты? Все, понял, понял, понял. Да сын, ты че угораешь на баре? Ну ты же врываешься, у тебя должно быть. Вообще удивительно, что мы до сих пор эту игру не проебали. Каким-то чудом. Ты уверен? А может не надо? И баня там, конечно, в себе уверенная. Дерево срубите, пожалуйста. О, а тут нет настоящего, да? Наебалово. Интересно. Нижняя башня противника разрушена. Можно и шар забрать, по идее. У них шар... Какого левла? Шар заберем. Какого левла? Блин, это сильный шар, мы сейчас здоровье можем просадить очень сильно. Да ладно. Мы просто тоже сильные, поэтому этот шар нас не дамажил нормально. Гречка, моя гречечка, гречка пошло! Ну я в могилу Морти забрал! Тупо на кулаках нахуй, захуярил! Ебать, дед, конечно, пулеметчик. Дед, а ты жопу кашляешь, ты, ёлы-палы.
это вот это вот. Это вот вот это настоящий. Ооо! Ля, я так и думал, сейчас шарик заберем и соснем по итогу. Ну, так и произошло. Только с опозданием соснули. Окей. У них ЦК оказался не проблемным. У них самая большая проблема — это вот Phantom Lancer, как бы. Все, с ним что делать, пока непонятно. Но 42 минута, у нас еще Т2 стоит. Причем они, походу, девственные даже. Ну ладно, две поломанные, одна нетронутая. Моё! Все, теперь я могу воровать нормально. Надо попробовать реально у Фатома кнопку украсть. Что у него за аспект? Ага, ага. Это интересно будет. А как понять, кто настоящий из них? Ёлпал. Этот? Ебат, ты здоровый. Батам мясо пошло, смотри. Иллюзионисты дерутся до сих пор. А я чё не мог знать, что там было, почему я на месте? Я в каком-то ёбаном бесконечном контроле стоял. Я ничего не понял. Я чё, в каске что ли стоял, ебать? Охуеть. Чё нахуй? Ваши центральные казармы атакуют! Ваши центральные казармы! Да хуй знает, что с пейлом делать, он самый проблемный. Да. Что-то как-то тыкаю там почешивать. Ваши центральные казармы разрушены! Мы даже понять-то не можем, кто из них настоящий по итогу. А, только яга. Бля, не понимаю. Ебать, отпиздили. Оу, ма, ебать, я ебашу. Ты дал? Где ты, зараза? А, он умер. Мам! А Финис и Хен тут в фарму попали! Финис и Хен! Раунд! А я зайти не могу. Ебани шапнельку, просто ломай вышку. Если там у Пейла бая нету, мы спокойно сторону сносим. Силы света укрепили свои строения. Вот проблема, я ухожу. Сейчас у меня вард есть, если мы грамотно подеремся, он умрет быстро. Это вард же, да? 55 секунд. А нет, это не вард, это Spirit Lens. Вард у меня еще долго будет. Блин, это не какой-то не физ Рубик у меня получился по итогу. А гибрид, как я, собственно, вначале сказал. По-другому тут не получается. По-другому буду собирать, вообще проебу. Держите его. Здесь одна проблема, это ПЛ. Он сейчас бай проебал, если мы его убиваем, надо идти прям в трон сразу. Мне какой-нибудь дагер бы купить. Не хватает мне маневренности. Я бы бэкнул. Хуй его знает, что-то страшно. Хотя, от КДшилась кнопка, можно попробовать. Но я ухожу. Парашу, зачем лучше бы за место ВГ дагер? А как это связано с парашей?
Я так, ты планировал сейчас за место ВГ Dagger взять? Не было такого предмета, чтобы бесконечно как-то работало. Из бесконечного только, по-моему, перекачка морфа работает. Бля, дерьмово. Ну там чел не особо-то как бы... Папа, да. Дефает этот вард. На край спокойно еще раз пижу. Маленькая елда. Там чудо озера. Там рука Бога. Ляша застримишь снова в шансах стримит за жизнь норм транса. Так в смысле, она же есть! Прямо на месте присутствует! Нагоним с хавы попозже. Пока нельзя, ну просто деньги потеряюсь за хавы. Бля, можно взять вот это чисто, чтобы не бояться передвигаться. Блять, что это такое, нахуй? Хуя себе, блять. Абора как помер. А, он тут понятно, в чем. Да, ну байбекаться надо, походу, да. Помогите с ПЛом. Здорово, геймер. Видели? Так, он после бая. Надо идти. Но у него скоро бай должен откадешься уже. Похуй. Без пыла нихуя не могут. Я линку с него сбил. Трон идем, 8 секунд есть. Работаем. Только кучка не стоим. Тут заебятные двокеря. Блять, бай появился. У меня есть ультовая БД. Можно попробовать. Это аферист, он наебщик. Блять. Помирать нельзя вообще ни в коем случае. Живой? Йо, мой бар, не мрай. А долго? Страшно, очень страшно. Белка? Белка-то живая? Согласен. Бэн, чел умер. Белочка! Ё-моё. Я понял. Рокварда помню, ты говорил, не любишь на него играть. Так, если... Подожди, надо память освежить с этим Рокварденом. Бля. Нахуй, это все ты сделал, а, блядь, нахуй. А, у меня тут вангард все это время лежит. Я знаю, чем Пейла можно законтрить. Я придумал. Это Блаторн. У Пейла, короче, нету ни единого активарта на эскейп. Нужно его просто каким-то банальным контролем ловить. Белка без шарда, на 57-й, нефэс. Алибарда чине? Какой нахуй алибарда? Ты о чем? Контролем надо его убивать.
Барон живой? Барыч? Барыч? Ты нам нужен, Барыч? У нас Бара живой? Хорошо. Бля, белка до сих пор на кого-то там обиду таит. Врачок какой-то, блядь. Удар опасно. Ебать, а скоки какие-то лютые. Блять, куда? А тип, что он делает вообще? Ну, ПЛ-то умный. Мегачей нам сейчас делает. Мегачей ПЛ делает. Не настоящий. Сука. После бая надо как-то прям сейчас закончить эту ебаную игру уже. Уже не выйдем. Бара, ты сейчас здесь будешь нужен. Или снизу пачку скипни. Похуй, нихуя не сделают, надо пушить. Сейчас пожи. Дальше тебе нельзя выходить оригиналом за радиус Т-3. Летаешь только... Так, минус одна дура. Сейчас минус вторая будет. Пушим. Лепота. Почему мы не пушим? Рыбачок! Где? Вон мудила! Пойди! А, да уже хватает, чтобы челлендж на аркварда не сделать. Надо трон ломать, у нас есть 30 секунд. Да стукайте ебаный трон! Ух! Так, а чё по урону, кстати? Надо глянуть. 70 тысяч урона я нанёс. Сейчас будет физ урона 10 тысяч. А, 25 тысяч физического урона, кстати. Для Рубика? Это не так уж и мало.